Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrasset.info. Перед нами Huawei Nova 9, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве выйти из recovery мода. Для этого мы нажимаем на меню Restart. Чтобы перемещаться по этому меню, используем кнопки громкости. Чтобы выбрать какой-то пункт, нажимаем кнопку питания. Также мы можем просто пальцем нажать на Restart или зажать кнопку питания где-то на секунд 5, пока ваш телефон не перезагрузится в любом месте. Или же может понадобиться зажать палец на больше времени, к примеру, на секунд 15. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.